поверьте, каждый год после завершения вашего спортивного весеннего танца весь город Балако обсуждает, насколько вы были красивы, насколько вы были яркими и, конечно же, спортивными. В Балакове в шестой раз прошел турнир по спортивным танцам «Весенний бал». На паркет вышли более 500 участников, а это значит, что наши соревнования становятся все более популярными. Организовать масштабный турнир российского уровня непросто, и его идейные вдохновители, руководители клуба «Элита Данс», долго готовились к этому событию. В рамках турнира традиционно проходят открытые чемпионаты и первенства Саратовской области и Балаковского района. За 6 лет существования «Весенний бал» стал самым крупным турниром в регионе. И как подтверждение этому тот факт, что география участников с каждым годом растет, а в состав жюри входят лучшие хореографы из нескольких областей. Сложно собрать людей, потому что количество турниров, вот данный вид спорта очень популярен, количество турниров очень большое, сейчас только в ПФО идет турниров 5, вот такого же большого уровня. Поэтому сам момент, что приезжают люди сюда, говорит о доверии к этому турниру. Уровень растет, он растет как в количественном смысле, так и в качественном. Вот стали появляться пары достаточно высокого класса, это S-класс, что не может не радовать. Потому что, на мой взгляд, город имеет большой потенциал. В этот день на площадке царил праздник красоты и грации. Участники турнира подарили зрителям и болельщикам море положительных эмоций. Танцы кружили и совсем юные участники от 4 лет, и опытные спортсмены до 35 лет. Больше всего за спортсменов переживали, конечно, родители, которые знают, какие сложности пришлось преодолеть их детям на пути к призовым местам. Лет 10 мы к этому идем. Сколько мы занимаемся? Много уже, да? Ну, Юра 11 лет занимается. Да. Мы уже 2 года в паре стоим, так что очень трудимся. Дети стараются и учиться, и заниматься спортивными танцами. Мы выезжаем на турниры, принимаем участие в жизни клуба. Сами спортсмены свои переживания скрывают. Говорят, когда выходишь на паркет, забываешь обо всем. Есть только твой партнер, музыка и танец. И уже после приходят мысли о том, что за выступлением наблюдали судьи, а рядом танцевали соперники. Ну, соперники есть, но так хорошо и не так сложно уж. Ну да, мы сейчас перешли в новый класс, сложности. Нам нравится. Да, нам нравится заниматься танцами. Вообще это было не очень легко, но мы сильно постарались. Я занимаюсь 11 лет. Я занимаюсь 8 лет. Вместе танцуем мы 2 года. С каждым годом все лучше и лучше. Соперники вообще сегодня были, ну, сложные, но вот мы постарались и первое место заняли. Победителям и призерам были вручены кубки, медали и грамоты. Кроме этого, ребята получили и призы от спонсоров. «Весенний бал 2019 завершился, и многие еще долго будут его вспоминать, потому что этот турнир уже в который раз становится самым красивым завершением весны. Я бы хотел, конечно, поблагодарить в первую очередь Антона Шевченко, который работает у нас в клубе «Ровесник» и является просто мощным организатором подобного мероприятия. В течение года поддерживает, количество участников зашкаливает, и каждый раз просто я поражаюсь, насколько люди готовы отдаваться этому увлекательному спортивному танцу, показывать самые высокие результаты. Ну а сами организаторы благодарят всех спонсоров, которые оказали помощь в подготовке и проведении турнира. Без их поддержки «Весенний бал» не был бы таким ярким и зрелищным.